Анш Абдуль, братья, сегодня мы поговорим об игре Nighty Bear. Отвратительный медвежонок. Точнее, это не медвежонок, это Абдул Адепт, которого все считают плохим. Кругом его окружало зло, поганое, кругом были озоны. И когда они в один момент его довели, он взял пушку и пошел всех резать, членить. Это настолько обдуленная игра, что она уже грузится 5 минут. На полном серьезе. Эта игра пропитана духом Абдулова. Когда ты играешь за этого медведя, ты представляешь себя Абдуловым. И членишь всех врагов на свете. Посмотрите на это. Это обычный городок, где живут педофилы и один абдуловец, который заготовил Абдула Карру для всех. Он выглядит как все, пока не нашел Бибаран. Но посмотрите, это Зон и его прихлебатели. Они ебут детей, сука, подонки. Зазывает детей кожаными сиденьями, ящичками, тортиками. Да. И они все педофилы между собой развращают народ. А только один Абдула Адепт один. Мечтает расквитаться с ними. И, ну, все посылают его нахуй. Никто не... Все творят зло. И только за правду выступает один Абдулов. И в один момент он решил покарать эту поганую мразь. Да. Сначала решил узнать, что это за мразь, подробнее. Так. В общем, надо педофилов уничтожать. Вот так мы видим, как эти мрази издевались над Абдуловым, смеялись над ним, обзывали чуркой, недообзорщиком, блять. Говорили, делай нормальные обзоры, как и я, обзорщик номер 1.0, блядь. И Абдулов взял пушку. Он понял, он решил сжечь всю эту мразь, до последнего истребить, насадить Абдулу вером, огнем и мечом. Сначала он берет эту хуйню, те дары Абдулова, которые не понравились Озону, который не воспринял дары Абдулова, и бросает в огонь. Сейчас мы найдем адское пламя, чтобы сжечь это дерьмо. Гори! Гори! Отправляйся, Абдулат! Вечно! Вечно гори! Вечно! Теперь мы возьмем биту и начнем насаживать огнем, мечом и битой, бейсбольной битой по жопам всем Абдулаверу, чтобы они познали всю Абдулаверу. Открываем дверь и идем валить поганую мразь. Все, уничтожим, приступаем к каранию зла. Программа Абдулов запущена. Ее нельзя остановить, Абдула казнь. Мы будем нападать из-под тишка, потому что Абдуль на выдумке хитра. Запомните это. Все, что сделается, оно происходит по велению Абдулова. Что не происходит, это заранее. Никто не узнает нас, что мы были тут. Но мы там. Мы повсюду. Даже адрес Озона нам сдала жируха. Та самая, которой он сам издевался. Сука! Анш Абдуль, блядь, сука! Анш Абдуль, блядь! Бибаран, блядь, сука! Сука, я тебя расчленю, я тебя уничтожу. Ах ты, сука, жирный Озон, куда пошел? Это тебе за детишек, падла. Куда побежал, убегаешь? Беги, 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 Озон. Ты можешь бежать, но тебе не удастся спрятаться. Не беги, умрешь усталым, Озон. Тебе ничего не поможет. Анш Абдуль, блядь. Абдуль. Сука, Абдуль. Теперь у нас есть мачете. Мы будем членить всю эту мразь нещадно. Как ниндзя, подкрадываемся из-за угла, и вам не поможет никто. Абдулов. Только Абдулов. Только водка, табак и Абдулов. И Абдуловерование. Абдулов придет к тебе, Озон, и постучится в дверь. Или выломает ее вообще ногой. И тебе просто пиздец будет. Ты просто не представляешь. Адрес твой известен, ты не спрячешься нигде. И никакие менты участковые не помогут тебе, которым ты заявление написал на Абдулова.
и за то, что на нашу церковь, потому что они сами все уже в Абдулла-вере. Абдулла-вера проникла в каждый сегмент. Ты приходишь жаловаться ментам, а главный мент это абдулловец уже, самый главный. Потому что самый первый Абдулла-адепт это обыкновенный мент, которого заебал беспредел, и он устроил всем Абдулла-джихад, решил насадить порядок и справедливость хотя бы в Абдулле-культуре, чтобы все знали, что зло будет наказано. И не все можно купить, не всех можно купить. Абдулла-верование не продается, но за правду всех уничтожим. Уничтожим. Анша Абдуль. Кара вечная. Кара вечная. Комбо. Абдулла комбо. Все. Конец. Блять. Ладно. Сука, блять. Да дайте зарезать уже за обзор сделать нормальный. Мы тебя уничтожим. Ах ты, сука. А, ну чё, мент, блять. Изнальчик, сука, который... За которого ты сам себя озоново выдавал. Сука, все тебе. Мы тебя разоблачили, мразь. Тебе никто не поможет, сука, блять, а? У нас теперь есть оружие. Вооружение. Абдулла. Теперь у нас есть оружие. Это бибаран. Самая сила не в оружии. Запомните, адепты. Сила в бибаране. Блять, а? Я даже тебе отдал специально ствол. То, что он тебе... А, что, куда ты звонишь? Винтовку, сука, озон, пидорас. Поздно, я уже тут. Я уже поднимаюсь к тебе. Я уже за тобой иду, сука. Ты никуда не успеешь позвонить. Сука, ты только на тот свет позвонишь себе. Куда ты бежишь меня? Не беги. Умрешь усталым. Абдулла-верование это как гравитация. Надо лишь слегка подтолкнуть. Ха-ха-ха-ха-ха, блядь. Пиздец, блядь. Сука, надеюсь, это конец. Блядь, последнего Абдулла-зона надо кончить, и сейчас об игре поговорим. Сука, а? Подонки, а? Последняя мразь, а? Блядь, Анша Абдуль. Бибаран. Анша Абдуль. Сдохни, тварь, а? Все. Тотальная абдулизация, насадили в одном микрорайоне города уже Абдул-религи. Ладно, итак, поговорим об игре. Игра, конечно, говно, хотя, когда ее только запускаешь, концепция кажется интересной. Игра представляет собой стелс с пизженными элементами из Манхант и Splinter Cell. И именно Манхант. Ну, в итоге получается лютый пиздец, потому что все уровни одинаковые. Вся игра составляет из себя вот 5 таких локаций, которые постоянно повторяются. То есть в игре 50 таких уровней с одинаковой картой. На них только расположение врагов мешается и цели. Либо надо ликвидировать мэра, либо всех запугать, либо всех вырезать. Совершенно полное отсутствие сюжета и непонятные цели, зачем ты это делаешь. Ты проходишь уровень, и открывается другая карта с таким же уровнем, где ты должен... делать то же самое. В итоге представляет себя игра просто тренажер для карания зла, абдулла-верование абсолютно бессмысленный. Крайне убогий бездизайн. Все медведи выглядят, как видим, одинаково, только помимо разного цвета, ну и совершенно бездарная хрень. Крови тут нету, ничего. Видимо, хотели сделать стелс для детей, так сказать. Вот так вот. Графика говно, хотя только поначалу находится, кажется, еще ничего. На Xbox она тоже дерьмо, можно выполнять разные миссии, уничтожить. Кстати, достаточно интересные элементы, можно отрубить ему телефон, он не сможет вызвать полицейских. Можно, не обязательно, чтобы насадить абдулла-верование, убивать всех. Как в реальной жизни, можно просто запугать. Если подходишь и кричишь, вот так, к медведю, да, он пугается. И так можно в террор стравить, так же, как с озоном. Не обязательно его пиздить, его можно психически стравить, если постоянно к нему подходить и орать «Анша Абдуль», вешать плакаты с Абдуловым, вызывать ему проституток негров, книги из Абдулова, из Абдулова магазина «Озона», книги Абдулова из магазина «Озона», «Озона» 67 заказывать постоянно тоннами, чтобы ему на белазах подвозили и просто вообще
Вот, и можно вот так психически у него не уничтожить, он уже потравлен полный. Но сейчас он держится на своих малолетних фанатах, которые у него сосут, точнее не срут на него. Пару человек там комменты положат и пишут, только за то, что он их раскручивает. Все уже давно поняли, что он себя представляет. И он сам понял, раньше он всех угрозился убивать школоту, никого никогда не пиарил, нахуй, всем не издевался, говорил, всей этой школоте вас смотрят только педофилы, блядь, я вас выебу, ваших родителей выебу, говорил, заявлять надо убивать всех школьников, нахуй, так же, как девушек, потом говорил, писал, постоянно раду, потому что там на то время он думал, что все его обзоры понимают и комментируют, вот, положительно, только хорошие у людей его возраста, как понимают, что он добро, что он хороший, что он умный, действительно. А кто не понимает, ну, это просто школьник ебанутый, там, у кого мама пидораска, как он прям на видео это заявлял, сука, и прочие 5-10 школьники, то есть, и приоткрыто заявлял, что надо убивать всех школьников, это не люди. Ну, точно так же он говорил про лица покавская национальности, мусульман. Мы сейчас делаем ролики, пытаемся народу показать его сатанинские рога. Чего только стоит ролик, наберите «Озон, жирная сука» на ютубе, это пиздец. Знаете, я этот ролик тогда не видел, не смотрел, когда он выкладывал, его, по-моему, давили, что-то такое. Но я видел сам лично в группе, он выкладывал этот ролик и говорит, посмотрите, я засветился на 5-й минуте на ТВ. Ха-ха-ха-ха. Народ ему писал, я сам видел, не видел, что писал. Ты что, долбанулся? Ты даже не понял, о чем это видео, чему ты хвалишься? А он всех материл родителей и банил. А видео было следующее. Взрыв, теракт, трупы лежат. И рассказывается, и говорят, какие у нас поганые люди. И коммент читают, даже читают картавым голосом. Специально долбоеба, задрота. Типа, и там Озон прям, Озон, его ник, и он пишет. Ну, взорвали, и хуй с ним, типа. А я бы взорвал бы пол Москвы чиновников всех за то, что они продали квартиры чеченцам. Только там даже он их хуже еще назвал. И главное, они это написали, ну, даже не озвучили, что именно за что он бы взорвал, убил бы всех представителей властвующих структур. То есть он их призывал убивать открыто на ТВ, а потом после этого еще делал обращение Медведева, поздравлял Медведева с днем рождения. То есть какая-то гнида, он шизофреник больной. Только ликвидация поможет, чтобы он не говорил, все знают, он просто больной существо. Бешеных собак отстреливают. Отстреливают, поскольку мы еще лицензии на отстрел Озона не получили, как Абдулов требовал, требуя лицензию от отстрел журналистов, мы сейчас подаем, конечно, заявление в Охотчин бригады эти, пишем уже, просто оружие уже закупили, но лицензию не выдают на его отстрел, поэтому приходится его убирать законными методами, чтобы его посадить. Побольше делать ролика, что он фашист, экстремист, педофил, террорист. Это действительно так. И он никогда не докажет обратное, что это не так. Потому что это правда. Видите, этот медвежонок жалеет, что Озон еще не сдох. И ходит на свободе. Посмотрите на лицо. Это в этом лице душа все каждого Абдул-адепта, которому плохо от того, что зло еще существует. Еще Абдул-верование не все покарало. Это пламя, оно символизирует пламя адовых мук. Всех людей, кто не вступил в Абдул-верование. Единственный способ освободиться от пыток в Абдул-аду, это вступить в Абдул-верование. Иного выхода просто нету и быть не может. Я думаю, все уже давно это поняли. Подумайте на этом, подумайте. И вступайте в Абдул-верование. Если вы не хотите, чтобы кто-то про вас показывал пальцы, вот вы Абдул-веры, вы создавайте левый совершенно аккаунт, даже мне не говорите, откуда вы, кто пришли, и карайте зло. Это вы делаете, абдулизм занимаете для себя, для добра. Вы что-то делаете, что вам нравится, и при этом вы ощущаете вас удовольствие, что делаете добро. Вы ради высшей цели живете, делаете добро, и при этом еще спасаете себя от мук ада. Вот она философия Абдул-религии. Анша Абдул, ребята, бибаран, братья, вперед за Абдул-верование.